Слушай, ну когда я приезжаю на финиш, я чувствую только одни эмоции. Определенный выброс эндорфина, адреналина и так далее и тому подобное. Потому что уже все, что было там, вот эти поломки, все вот эти передряги, жизненные перипетии, они для тебя уже закончены. И для тебя уже после финиша, когда ты уже снял этот костюм, помылся, это как глоток свободы, да? И хочется заново повторить это все, но немного позже. А так, в принципе... Очко сжал, газ зажал, короче, пошел. Sometimes you need to let